На месте работают сотрудники госавтоинспекции. Следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщили представители регионального управления ГИБДД. По предварительной информации, 30 мая текущего года, примерно в 4 часа 10 минут на 293-м километре федеральной автодороги Р-216 Астрахань-Элиста-Ставрополь произошло столкновение двух транспортных средств. Это ГАЗ-3302 и Лада Веста. В результате ДТП в травмпункт республиканской больницы с различными телесными повреждениями были доставлены водитель и два пассажира транспортного средства «Лада Веста». Еще один пассажир данного автомобиля скончался при доставлении в медицинское учреждение. И сегодня же в 12 часов 50 минут на 108-м километре федеральной автодороги Р-22 Каспий произошло столкновение четырех автотранспортных средств. В результате дорожно-транспортного происшествия в медицинское учреждение доставлены водитель и два пассажира автомашины Mitsubishi Outlander, среди которых один несовершеннолетний, а также водитель и три пассажира автомашины Lada Priora, среди которых два несовершеннолетних. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и оперативно-следственная группа полиции. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.